Жизнь идет быстрее и быстрее, и у нас новые свои проблемы. А иногда хорошо себе присесть и вспомнить. Я родилась в Вильнюсе, я там прожила 18 лет. Потом я хотела начать новую жизнь. Я поехала далеко в свет, в Варшаву. И я там пока что осталась. У меня муж, двое детей, семья. Я себе спокойно, нормально жила. Немножко снималась в польских сериалах, немножко работала в театре. И потом пришла моя подруга. Она говорит: знаешь, я иду на кастинг, там такая какая-то русская певица, она Герман. Может, ты бы тоже пошла, потому что ты знаешь русский немножко. Я сказала: хорошо, это очень важный проект. Я пошла на этот кастинг. Жизнь этой великой певицы была просто очень-очень трудна, очень трудная. Кастинг был самый сложный в жизни. Но я сильный человек. И потом продюсерши звонят: мы выбрали Йоанну. Она говорит: боже, были же две Йоанны. Йоанна Немирска и Йоанна Моро. Которая? Моро. Итак, дорогие мои, вся моя жизнь перевернулась. Всем очень благодарю. За польских артистов.